Ну, прежде всего, естественно, о чем нам говорить, это об образовании. И я бы хотел представить некую, ну, некую модель даже не образовательной концепции, а даже основную, может быть, идею, из которой, как мне кажется, должен каждый педагог, независимо от того, чем он занимается, должен это усматривать и должен, наверное, проводить это в жизни. Ведь когда мы говорим об образовании, тем более детей, подростков, наших учащихся, то этим самым мы сразу же подсознательно и сознательно, конечно, отчасти, но предполагаем, что мы собираемся из чего-то неоформленного, неорганизованного сделать соответствующий образ. То есть уже предполагается, что это он еще не тот, кем должен быть. Еще нет. Это еще, выражаясь так, ну более... Это не грубо, а технический термин. Выражаясь, что это еще болванка. А из этой болванки можно сделать все, что угодно. Можно создать образ человека, даже с большой буквы, как мы любим выражаться. То есть сделать высоконравственного человека. А можем создать и сущего дьявола. И все из одной и той же болванки. Вы знаете, это любопытный факт, но факт, который свидетельствует о удивительной природе человека. Она так широка, что может как опускаться на самое дно, кажется, ада, и взлетать до превысших сфер небесных. Это факт. Потому что мы в истории видим и то, и другое. И видим это у кого? У людей. Так вот, задача педагога, самое главное, оказывается, состоит в том, чтобы вот это еще не оформленному, этому неорганизованному, этому еще не понимающему практически самой какой-то сути придать должный образ. И теперь проблема. Какой образ? Какой образ? Вы знаете, если мы обратимся к истории русского образования, то мы заметим в нем, в ней, в этой истории, два достаточно ярко выраженных периода. Один из этих периодов, который, ну, который условно, сами понимаете, здесь жесткой временной границы не может быть. Один из этих периодов можно обозначить ну, начальный, это будем говорить, от крещения Руси, потому что до крещения Руси именно образование как системы, как педагогики, как школы, как какого-то образовательного процесса не было. Не было. Что были люди, люди были, встречались, встречаем мы и, кажется, грамотность, встречаем берестяные грамоты и так далее. Но именно вот этого, как процесса, этого не было. А с крещения Руси действительно началось. Началось образование. И это неудивительно. Византия в тот период была на высшем уровне, на котором не стояло ни одно европейское государство по своей образованности, я скажу так, по своей культуре. Так вот, на Руси, начиная с этого времени, и, ну, может быть, так, до 16-го, может быть, столетия, ну, отчасти, в общем-то, до 16-го, наверное, но если говорить более формально, до 17-го столетия, то суть образования к чему сводилась? Ну, прежде скажу, что школ, как вот в том плане, в том виде, который мы имеем не только сейчас, но которые возникли уже, начиная вот с нашей академии, которая возникла в 1685 году, видите, сколько уже лет? 300 с лишним лет. Скоро 3 с четвертью века будет существовать. Именно такого систематического образования, ну, еще не было. Но были замечательные школы, прям узенькие, узкие, маленькие, камерные, как мы говорим, как камерные, да, концерты. Камерные школы, которые были при княжеских дворах, при митрополичьях, при епископах, при монастырях были небольшие,
Но, судя по многим данным, они были очень эффективны. Чем они занимались? Вот это самое главное. Здесь мы увидим какую-то потрясающую мудрость. Главной целью образования, а образование было, многие наши князья знали по нескольку языков, древние, европейские. Что вы? Были образованные люди, знали хорошо Византию, ее историю. Уж не говорю, знали церковные науки, поскольку образование все оно проходило на почве богословской и священной литературы. Так? Чем они занимались? Цель была абсолютно, так сказать, ясная, никаких туманов. Воспитать духовно, нравственный, я бы сказал, статус человека, дать ему именно это. Воспитать духовно человека, нравственно – это разные вещи, кстати, духовно и нравственно, совсем разные вещи. Мы часто говорим «духовно-нравственно», верно, они связаны, но сами по себе вещи разные. То есть основное внимание было обращено на то, чтобы, точнее сказать, или лучше, короче сказать, человека сделать святым, насколько это возможно. Прекрасно понимали. Самое главное. Если мы воспитаем человека святым, ну, условно святым, понимаете, не того же, которому в церкви молится. Да. Если мы воспитаем человека святым, все будет при нем. Все знания, которые он получит, этот человек, он использует как воин добрый. Он будет защищать от врагов, поражать врагов. Он будет созидать, будет созидающей личностью. Это будет тот член общества, который самому обществу даст основу существования. Главное – человека воспитать, сделать, насколько можно его святым. Знания никуда не уйдут, поскольку идет процесс образования, он обязательно их будет получать. Но решена главнейшая задача. Эти знания – будут использованы только в позитивном направлении. Именно это была главная идея, главная составляющая образовательного процесса, который мы наблюдаем, скажем так, в Древней Руси. А затем постепенно происходит перелом. Перелом в образовательном процессе, кстати, связанный ни с чем-нибудь. Есть даже интересная литература, перелом в древнерусском богословии. Вы слышите? Где перелом-то проходит? В богословии. Мы часто не придаем значения этим вещам. А на самом деле перелом в сфере духовной все определяет. Перелом во всей общественной, государственной, политической жизни и экономической. Изначально, когда речь шла о богословии, вот это слово, к которому привыкли, или теология, как хотите, богословие – это калька греческого слова «теология», то под богословием-то что разумелось? Разумелось. То, что, прямо скажу, содержится и в этом слове «теология». «Логос» означает не только, переводится как «слово», а переводится как «знание», «ведение», «понимание». То есть богословие – это «богознание». И первоначально, в христианскую эпоху, как возникло христианство и возникла христианская наука, то под богословием подразумевали не что иное, как изучение того пути жизни человека, который приводит к познанию Бога. Поэтому все основное внимание было направлено на то, каким должен стать человек, что для этого нужно. Какие критерии, по которым можем судить, правильно ли идет человек в своем духовном развитии или заблуждается? Какие опасности на этом пути? Отсюда проистекала и необходимость знаний очень многих вещей, и истории, ибо, как великолепно сказал Цицерон еще, язычник, который говорил, история, я от себя сейчас добавлю, это не набор фактов и событий, это я от себя. А он сказал, история – это наша лучшая учительница.
Вот, оказывается, для чего изучают историю, а не для того, чтобы знать, когда кто родился, когда крестился, когда разрушили, когда построили. Смешно. Да это я открою, когда мне надо, энциклопедию или какой-нибудь фолиант, и посмотрел. История – это учительница. Учительница чего? Посмотрите, к чему приводит такой образ жизни человека и общества. Посмотрите, какие цивилизации рухнули. Почему? Моральное разложение. Посмотрите, чему научает. Потоки крови к чему приводят? К самоистреблению, к пирровой победе. Что вы, история действительно учительница. И история поэтому, как жизнь отдельных людей, бывают такие яркие, показательные истории. Также и государств, целых империй, культур являются действительно великолепной иллюстрацией того, к чему может привести вот такие-то начала жизни. А к чему приводят такие-то? Так вот, богословие чем занималось? Изучением принципов человеческой жизни, принципов духовной жизни. Эти принципы были христианскими. Христианскими. Вы скажете, ну что же, это одни принципы, а у буддистов другие, у индуистов третьи, у язычников четвертые. Разные принципы? Нет. Ситуация гораздо сложнее и в высшей степени ответственнее. Дело вот в чем. Есть научные гипотезы. И говорят, можно так думать. Вот сейчас Вселенная, какова она? Что-то мне говорят, около десятка гипотез. Что она из себя представляет? Одни считают так, а другие этак. Гипотезы. А есть законы, от которых мы никуда не уйдем. Закон. Закон тяготения есть? Все. Я знаю, как мне очень хочется полетать, как птицы небесные. Но все-таки что-то с десятого этажа страшновато. А кто, если полетит, как птица, то потом говорит, да, бедняжка, законы. То есть объективные вещи, которые нужно знать, и нарушение которых приводит к самым печальным последствиям. Так вот, когда мы говорим о христианских началах жизни, то в этом было нечто в высшей степени важное. Изучали не просто христианские как одно из начал жизни, а изучали объективные законы жизни, которые только открыты были христианством. Вот ведь в чем дело. Ведь это же закон не Ньютона, а закон бытия, закон тяготения. Вот что, не его же это закон, а у Паскаля какой-нибудь другой закон. Да ничего подобного, это объективный. Так вот, изучали что? Объективные законы духовной жизни. Изучались как? Точно так, как это имеет место в науке. Что является в науке достоверным? Только то, что подтверждается фактами, во-первых. Во-вторых, может быть, проверено. И приводит к тем же результатам. Тогда говорит, да, это уже теория вполне научная, состоятельная. Это закон даже, говорим мы. В этом состояла суть, если хотите, изучение. Именно проверенные огромным количеством фактов, проверенный путь жизни – к чему и каким результатам приходит человек? Что требуется для этого? Богословие все сводилось к изучению вот этих основополагающих моментов человеческой жизни. Есть великолепное слово, которое мы встречаем у одного из, знаете, величайших мудрецов древности. Вот спросите, кого назовете величайших мудрецов древности? Все начнут там. Начнут, допустим, Сократа, там, скажут, Гераклит, там, Платон. Сразу сказывается наша наука. Да один из величайших мудрецов древности – апостол Павел. Почитайте и ахнешь, как человек пишет. Образно говоря, какой умница, какая глубина философского ума.
Вы не найдете это у Сократа и у Платона, таких вещей, потрясающей глубины, какую найдем у него. Мы его не знаем. Почему? Но мы же учились чему? Единственно научному атеистическому мировоззрению. Да. Единственно научное. Все прочее ненаучное. Так вот, богословие сводилось с разных сторон. История ли, психология. Психология не было названия такой науки. Да, Господи, разве дело в названии? Вероучение, ознакомление с основными принципами, если хотите, бытия нашего человеческого, понимание человека, кто он есть, что значит душа, какие основания утверждать, что душа именно вот такова или нет, проблема вечности, временности. Видите, богословие чем занимается. Но при этом, что самое главное было, это в высшей степени важно. Занимались этим не просто так, чтобы развлекаться. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Нет. У апостола Павла, который я сказал и отвлекся, есть великолепный термин – домостроительство. Задача была какова? Человек, ты должен построить себе дом. Что разумеется под домом? Что, разумеется, в данном случае дом – это иметь определенное, обоснованное, а не просто так, кто-то сказал, обоснованное мировоззрение. Мировоззрение, которое проверено многократно и многими. Мировоззрение, которое ты сам можешь проверить, но ты должен его иметь. До тех пор, пока у тебя нет этого проекта дома, нет этого желания и цели построить дом, ты будешь. Что будешь? Ну, он площадь. И возите туда самосвалами стройматериалы. А какие угодно. Хоть драгоценные, бесценные, хоть пустые и никчемные. И возим, возим, возим стройматериалы. Простите, а дом-то строить? Что значит дом строить? Каков смысл моей жизни? Человек, зачем ты живешь? К какой цели ты стремишься? К этой маленькой? Маленьких целей миллион в этой жизни. А конечная это твоя цель какова, человек? Какой ты дом хочешь строить? Ух, чем занималось богословие! Прохождением вот этого духовного пути, изучением этого пути, вся задача была, к этому сводилась, построению дома для человека, для каждого, чтобы каждый увидел, какой ему нужен дом. Еще раз повторяю, русское образование первого периода, все было нацелено на это. Человек понимал, для чего он живет. При этом, как важно было, чтобы не просто верил, что иногда можно верить, не понимая. Верил и понимал, стремился к этому, созидал себя, становился человеком. Ох, какая была цель! А потом началось постепенно. Началась деградация. И, кстати, совершенно очевидно, было колоссальное влияние Запада. Не случайно опять, это потрясающая же вещь, на которую не обращаем мы внимания, как это в истории литературы, в истории философии, в истории мысли, как бы важно обратить внимание, что случилось с Западом в XI веке. Разрыв, раскол, уход Рима. Уход. И что началось? Знаете, во что превратилось богословие? В развлекаловку. В любой науке можно поставить миллион вопросов. И там тоже, как в шахматы. Духи материальны или нематериальны? Если материальные, сколько они весят? Сколько их поместится на кончике иглы? Ай, какая-то очень важная проблема. Есть причастие. А в какой момент становится это причастием? Когда вот это слово произнесли, а может, полслова?
и диспуты колоссальные на всю германскую великую империю. И жгут друг друга, и колют, и режут. И все, чем занимается то, что в истории осталось под именем схоластики. То есть, громко говоря, наука ради науки. Я одного историка спросил: слушайте, а зачем вы так много это преподаете? Биографические детали, исторические события, в таких мелких все фактах и церемониях. И вот для какой науки это нужно? Кому надо, он же посмотрит. Он на меня вот так изумление посмотрел. Ну, для науки. Я вот так я и спрашиваю, для чего, для какой же науки это? Это же можно посмотреть. Смысл-то какой? В запоминании вот этого, простите меня, ну, пусть не мусор, но фактически. Запоминание для чего? Вот эта схоластика, когда потеряли самый основной стержень. Для чего мы это изучаем? С какой целью? Что это даст человеку? Мне что это даст? Вот моя жизнь, вот она ограничена. Есть последняя точка у каждого человека. Есть? Есть. Так, что это мне даст? Этот вопрос выброшен. То есть само даже богословие стало фактически на атеистическую позицию. Бог стал в стороне. И больше ничего. Мы все погрузились вот в решение вот этих вот задач. Запад стал на почву, если хотите, материалистического восприятия жизни, замкнулся в этом трехмерном пространстве и начал уходить от этого главного вопроса для каждого человека. Бог, кто он? Если он есть, зачем он? Кем должен быть человек? Второй период русского образования и характеризуется вот тем, что как раз является основным определяющим моментом образования западного. О нем, кстати, великолепно пишет Киреевский Иван Васильевич. Вообще, его вот статья об образованности европейской, и я точно название не помню, и образованности русской, ой, как это бы важно каждому педагогу просто эту статью прочитать. Она краткая, она небольшая, но он до того выпукло это показывает. Киреевский Иван Васильевич великолепно знал Европу, гонял чаи вместе с Гегелем. Все, влюблен был, не знаю, как в нее. И потом, уже отойдя, дал объективную картину, к чему сводится образование там и что мы потеряли, теряем в результате этого. Хоть бы человек окончил 10 вузов и трижды по трижды был доктором наук, но если у него нет твердого и обоснованного, как ему кажется, мировоззрения, он необразованный человек. Какой у вас образ вашего? Какой образ? Никакого, я агностик. Агностик. Ты не решил главнейшего вопроса жизни. Личность уничтожается со смертью тела или нет? Есть Бог или нет? Если есть Бог, понятно. Понятен смысл жизни. Эта моя жизнь приобретает колоссальное значение. Если нет Бога, нет вечности, нет души, все обессмысливается. Главное, обессмысливается добро или зло. Да не все ли равно, как я буду жить? И я умру, и все умрут, и весь мир умрет. Об этом говорит наука совершенно однозначно. Все умрут. Какой смысл тогда мне жить хорошо-то? Буду жить так, как живется. И зло, и благо, два пути ведут к единой цели оба. И все равно, куда идти, написал Дмитрий Мережковский. Ах, какой умник! Умник! Это не понимаем разницу между добром и злом. Зато кожа наша, ой, как понимает, добро или зло. Пожалуй, не будем сидеть на раскаленной сковородке. Сразу скажет, что это зло.
А здесь никак. Добро и зло одно и то же. New Age этот сейчас. Добро, нет зла. Нет зла, оказывается. Это беда сущая. Что хочу сказать. Когда мы говорим об образовании, то первым важнейшим элементом, нет, это слишком слабо, основой образования должно быть, что наши учащиеся должны приобрести мировоззрение. Если они не приобретут, мы им ничего не дали. Профессиональные знания, они для чего нужны? Вот здесь, чтобы хлеб насущный добывать, и все. Но эти знания без твердой моральной основы во что превращаются? Кто производит ограбление века? Что, мужичок с лопатой? Да, что вы? Люди талантливейшие, я бы сказал, образованнейшие в своей сфере, вскрывают там системы, банки, пробираются туда. Образование? Да. Это наша задача? Да избавит Бог. Вот основа. Основа твердое мировоззрение. И, конечно, мы понимаем, каким бы должно быть мировоззрение, чтобы зло и благо не были одним и тем же. Вот для того, чтобы это было, второй принцип образования. Очень важный принцип универсальности образования. Что это значит? Если мы хотим воспитать действительно настоящих членов общества, в школе нашей должно бы быть, не знаю, возможно ли сейчас это или нет, но должно обязательно быть в старших классах ознакомление их с различными системами мысли. Самыми основными. Много невозможно, это понятно. Системы мысли какие? Основных религий и основных социально-философских, я бы сказал, течений. Человек мог сам выбрать. Я верю, что нет Бога не потому, что мне Карл Марли, извините, сказал. Или верю в Бога не потому, что мне бабушка сказала. Я могу так верить в осиновый столб. Я вижу, почему. Ох, как важно было бы. Ознакомление с самыми основными положениями, основных религиозных течений и философских даже систем. Да, с их аргументацией. О, если бы это было! Выходили бы кто, представляете? Наши школьники. Не мальчики, девочки, куда угодно, куда ветер дунет, туда они, туда их и покатят, как перекати поле, а люди с твердой основой. Еще один принцип образования в образовательном процессе. Я бы сказал, это принцип целостности. Так можно его назвать. В чем он заключается? Образование без моментов, которые должны быть в школе, а не где-нибудь. Ну, дома, конечно. Об этом уже говорить не приходится. В школе. Связанные с чем? С воспитанием духа. В школе обязательно должна быть единица. Неважно, это педагог, не педагог, но авторитетный человек, к которому студенты могли бы подойти и открыть свою душу. Решить свои внутренние проблемы. Ой, как это важно. Только попробуй, правда, найди такого человека. Это очень непросто. Школьники должны быть приучены к определенным нормам поведения. Посмотрите, когда, я думаю, многие, здесь все учились мы, каково отношение мы к педагогу? Как мы относились? Помните, как сейчас? Знаем. Это разрушение, вы слышите, разрушение всей моральной основы. Мы должны против этого решительно выступать. Должны бороться с этим вот началом, когда, чтобы он должен учиться во что бы то ни стало. То есть, что значит учиться? Числиться в школе. Какое надругательство над обучением. Не имеет права его исключить. Не имеет права принять никаких мер по отношению к нему.
Это карикатура какая! Это как же это можно воспитать? Там, где нет, невозможен воспитательный момент, там это образование превращается в свою противоположность. И мы уже не образовываем, не образ создаем, а безобразие создаем. Неужели это трудно понять? Странное дело. Вот на любом уровне рассуждая, понимаем. Как только мы говорим, пойдем туда вверх, там не понимают. Свобода, свобода, свобода. Чему свобода? Чему? Я не знаю, неужели не понимают? Что-то там другое. Что? Даже и не знаю. Одним словом, без налаживания воспитательного этого процесса, когда учеников учат культуре даже внешнего поведения, внешнего этикета, это как самое элементарное первое. Это должно быть. Учащиеся должны знать, как себя вести, и должны вести себя в школе уже так. Отношение друг к другу какое должно быть уважительное? Именно уважительное совсем не исключает веселья, шуток и чего угодно. Это нисколько не исключает. Но должно быть именно так. Но если мы коснемся более глубокого понимания, а без него трудно жить, как бы это помочь нашим учащимся понять то, что... Профессор читает лекции и, наконец, в гневе говорит, я уже сам понял, что говорю, а вы еще не понимаете. Как бы это понять, что тот человек, который не знает, что такое внутри себя бороться с дурными мыслями, чувствами и желаниями, так от такого человека не ждите добра. Дух творит себе формы. И тот, который внутри себя позволяет себе всякую пакость, она выльется и наружу. Ух, как бы это увлечь бы людей именно этим процессом. Слышит человек-то, где созидается, не костюмчиком, а то, что у тебя внутри творится. Православие именно обращает внимание, прежде всего, на это. Православие – это именно именует духовностью, выражаясь языком уже чисто религиозным, борьба со страстями внутри себя. Может, для внешнего лексикона это что это такое, борьба со страстями? Вот что такое борьба со страстями. Православие говорит, та злая мысль, с которой ты не борешься в себе, так? Она, в конце концов, по закону объективному, как бумеранг, поразит тебя. Зло внутри не пройдет для тебя безнаказанно. Внутри примирись с каждым человеком, если ты не можешь внешне. Примирись не значит, одобри его поведение. Совсем ничего не значит. Примирись, не желай ему зла. Не делай и не желай другому того, чего не желаешь себе. Не делай и не желай. Вот этот внутренний процесс, процесс внутреннего воспитания крайне необходим. Я не знаю, в школах, на каких уроках это можно? Может, классный руководитель может этим заниматься? На химии, я думаю, невозможно, наверное. На астрономии тоже, и физика тоже, и арифметика тоже. История, не знаю. Подумайте, это важнейшая, важнейшая составляющая образования и нуль. Какое, до чего мы дошли? Мы не думаете, что наша российская? На Западе давным-давно. Но у нас-то было что? То, что мы забыли. Но все это выбито. Без вот этого духовного, воспитательного момента, о котором нужно просто говорить. Они же не знают. Учащиеся этого не знают. Совершенно. Они не знают закона. Вы слышите? Закона, как законы тяготения. Любое зло, любая пакость, любая грязь, которую я держу в себе, меня
она паразит, меня испачкает, я становлюсь скверным. Вот что важно. Это закон. Как бы важно это было доводить до сведения. И не просто до сведения. Тут, конечно, требуется процесс. Это надо объяснить, это надо показать на примерах. Да. В этом надо, если хотите, убедить. Тогда бы мы могли воспитывать, давать действительно образование, а не выпускать безобразных и безобразных, что становится все более и более частым. Наша школа называется «Московская православная духовная там академия и семинария». Называется так почему? У нас вот еще здесь не забыли, еще не забыли мы, что основное внимание, центр тяжести образования должен быть где в сфере? Здесь. Мало образовывать этот рассудок, эту коробку, этот компьютер, напичкивать знаниями, информацией. Она может быть куда угодно, мечом обоюдоострым. Сердце необходимо воспитывать. Воспитание сердца. Без этого Ушинский-то, помните его антропологию? Воспитание сердца – один из важнейших пунктов в образовании человека. Без него я не знаю, что мы сделаем. Мне кажется, что если бы это мы, так сказать, сами приняли в себе эту мысль, то даже и на любом предмете можно найти пару минут, чтобы сказать об этих вещах. Всегда можно найти повод. Всегда можно. Я помню, я учился, у нас был учитель астрономии Натан Вульфович, еврей такой симпатичный. Он нам прочитал лекцию об астрономии так, что, помню, весь класс до сих пор помню в ушах. Так значит, Бог есть! Он знал, что я верующий, посмотрел на меня хитренько и улыбнулся. И все. И ничего не сказал. Есть Бог, нет Бога. Ничего не сказал. Астрономия. Посмотрите, как прочитал лекцию. Это же красота какая! Какая закономерность! Что за потрясающие картины! Все! Все невольно воскликнули. Я говорю, что на каждом предмете можно было бы хотя бы иногда отводить пару минут на то, чтобы обратить внимание на самые существенные, что касается образования образа в человеке. Ой, ну извините, я вспомнил, что у вас же время ограничено, а я могу говорить так без конца. Так, пожалуйста, я думаю, что у вас есть какие-то действительно соображения, предложения. Я понимаю, что вы не всесильны, то есть вы поставлены в жесткие рамки. Я понимаю, глубоко сочувствую. Наши преподаватели, иногда я говорю, бедные, в какие кандалы они закованы, как трудно им. И хочется дать, и с другой стороны, подчас приходится биться прям как о стену непробиваемую, да. Ну, что делать? Мы должны делать то, что можем, по крайней мере. Перед своей совестью мы тогда не ответим. Когда мы сделаем то, что можем хотя бы делать, но в каком направлении? Еще раз повторяю, главная задача не просто дать вот эти профессиональные знания. Это вторичный момент, он необходим, но это вторично. Без первичного момента воспитание души все обессмысливается. Знаете, как в музыке? Одни и те же ноты. Но поставили скрипичный ключ – одна музыка, а поставили басовый – простите, что это за музыка? Кто мог написать такую чушь? Так и здесь тоже. Вот очень важно иметь вот эту целеустремленность. Цель устремлять наших учащихся, показать, что они должны строить дом, потому что сейчас идет такая волна грязи, такое развращение юношества, такая пакость льется, что если не будет этим противостояния, если мы, взрослые люди, не постараемся делать, что возможно, не будем этим удерживающим началом, то рухнет наша
Россия. Ну, извините, пожалуйста, прошу вас, если у вас какие-то есть вопросы. Вы знаете, у нас в районе довольно много лет изучаются основы православной культуры. Изучаются очень неплохо во многих школах. И вот летом, я думаю, может быть, вы тоже уже знакомились, идея президента такая, что в школах должны изучаться не только основы православной культуры, а ребенок сам должен выбирать, что он хочет изучать. Православие, мусульманство, иудаизм и так далее, и так далее, и так далее. А кто-то, может быть, вообще выберет этику, этическую культуру, то есть вообще будет изучать просто культуру, не более того. Вот ваше мнение по этому вопросу. Как только мы касаемся мировоззрения человека, так, то мы должны предоставить свободу выбора. Религия, в которой применяется насилие, мировоззрение, которое сопряжено с насилием, это и есть ложь. Почему я сказал, должна быть универсальность образования. Молодому человеку надо показать, вот что такое православие, и пусть это покажет православный, и аргументирует. Вот что такое ислам, и пусть это мусульманин, и аргументирует, покажет аргументы, почему он считает, что его ислам действительно является религией самой хорошей, лучшей. Вот почему, вы слышите? Не просто сказать. Вот вам буддист. Как было бы важно, чтобы молодой человек услышал это из уст компетентных людей, не только это убеждение, но и аргументацию. И пусть он выбирает. Насилие здесь абсолютно должно быть исключено. Поэтому, когда я слышу, у вас что бы ни стало, должны основы православной культуры. Я сразу выступил и говорю, вы почему говорите православные? Почему православные? Основы, пожалуйста, духовной культуры, пожалуйста. Вы православные? Ведите православные культуры. Но не надо дразнить других, которые с этим не согласны. Зачем же это делать? Христианство категорически против насилия. И когда мы видим в истории акты насилия, недаром мы с ужасом говорим «крестовые походы» и что такое. Это несовместимо с христианством. Вот. Поэтому что должно преподаваться в школах? Кстати, то, что написано в этой Всеобщей декларации прав человека. Там пункт 26, параграф 2. Четко, четко прямо говорит, что родители имеют приоритетное право давать то образование своим детям, которое они считают нужным. Родители. Вот. И мне кажется, так и должно быть. Если большинство, какой там, допустим, как это, допустим, в соответствии с Организацией Объединенных Наций. Большинство, я не помню сколько, но, например, если 80% населения лютеране, то это считается моноконфессиональная страна. Вы слышите? Лютеранская страна. И лютеранство там преподается, государство оплачивает. И в школах, в Финляндии, например, пожалуйста, там лютеранский, там пастор или педагог, да, оплачивается государством. И второй, кто еще оплачивается, православные. Они тоже набрали тот процент, который по государственному закону уже подлежит этому. Все другие конфессии там имеют место. Они, пожалуйста, существуют? Пожалуйста. Но в школах вас никто оплачивать не будет. Государство вас не будет оплачивать, вашего педагога. Я к чему это говорю? Что это у нас? Что должно быть? Там, где действительно вот школа и вот родители – вот, допустим, 80% или сколько там, так считают, православный должен быть. Обязано государство дать право преподавания православия. Проценты надо установить и обязано. Почему? Потому что мы демократическое государство. И нам никто не может навязать и говорить, а как же другие? Другие, если они наберут соответствующий процент, и другие будут. Что у нас? Каждая партия проходит в Думу. Наберете процент – пройдете. Не набрали – все.
Это что такое? Нарушение принципа свободы? Нет. Это демократический принцип. Почему в школах он не должен, должен проводиться в жизни? Вот, поэтому я считаю, что этот вопрос должен решаться именно основным принципом демократии. Процент есть вот этот вот главный? Есть процент? Здесь кто? 80% мусульмане. Я православный говорю, да, мусульманство должно преподаваться. Слышите? Да. Буддистов? Буддист должно преподаваться. Православие? Православие должно преподаваться. Мы должны быть справедливыми, а не так. Вот. Знаете, что я хочу, то и творю. Поэтому основа традиционной духовной культуры вот должен как предмет звучать. Традиционной духовной культуры. У нас православие? Пожалуйста. И нечего нам дразнить этой красной тряпкой всех, когда мы требуем, чтобы православную культуру. Там пожимать плечами будут, простите. Да у нас же здесь буддистов 3/4, а вы хотите вводить. Школа там большинство православных, ну и пожалуйста, преподавайте. Вот так я смотрю на этот вопрос. Именно должна быть тут свобода и, если хотите, именно демократия в этом плане. Но ведь если в начальной школе мы вводим по желанию родителей, да, только православие, предположим, то ребенок знакомится только с этим. У него выбора нет, у него лично. Если бы, допустим, в старшей школе мы могли еще ввести историю, допустим, мировых религий, чтобы он хотя бы узнал, что во всех религиях примерно, ну, как бы вот основные, основополагающие какие-то постулаты, принципы морально-нравственные, они, в общем-то, особо не отличаются, и что есть какой-то единый, наверное, нравственный закон человечества, которому оно должно следовать, чтобы позитивно развиваться. Может быть, плохо об этом, от этого тоже никому бы не было? Каждому возрасту свой соответствующий нужно образовательный уровень давать. В каких-то первых классах, конечно, здесь трудно говорить о сопоставлении и об анализе различных систем мысли. Конечно, нет. Это в старших классах. В старших классах, по-моему, необходимо. Вот он до какого-то там, до 7 класса учился, и у него были основы там православия. Потом обязательно надо ему показать. А почему православие? Когда у меня на уроках начинает говорить «Бог», я говорю, ты откуда взял, что Бог? Откуда ты взял, что Бог? Да никакого Бога нет. Ну-ка, сдавай зачет. Православие. Я говорю, почему это православие? Почему православие? А почему не лютеранизм какой-нибудь, не кальвинизм? Почему? Почему? О! Человек должен иметь убеждение не понаслышке, а обоснованное убеждение. Но это, вот это обоснование, конечно, оно уже доступно уже определенному возрасту. Здесь нельзя преждевременно об этом говорить. Ребенку до какого-то возраста пока нужно говорить то, что он воспринимает как непреложную истину. А затем появляются уже вопросы, сомнения. Вот здесь как раз и нужно человеку объяснить и показать. И было бы очень важно как? Когда я, православный, буду говорить и критиковать какую-то другую религию, скажут, ну, понятно, каждый кулик свое болото хвалит. Правда же? Давайте пригласим, пусть он скажет. Я вот считаю православие вот почему, верным мировоззрением. Вот, пожалуйста. Я считаю, приходит он, говорит, а я считаю, вот ислам вот почему верен. Будет, говорит, а вот я почему верен. Пожалуйста, пожалуйста. Они должны с этим ознакомиться, чтобы не было потом, знаете ли, говорили ему, а потом выходит, а ему говорит, чушь какая, твое христианство. Он, смотри там, какой New Age, что какая замечательная там система. Направление, лучше сказать, мысли. Это важно? Важно в старшем классе. Ой, как это важно! Объяснить, показать, ответить. Почему? Почему? Основания, то есть аргументы.
Это же очень-очень важно. По крайней мере, основные аргументы, они должны быть. Хочу вам сказать, что, насколько я знаком с религиозными системами, только христианство имеет объективные аргументы, которые свидетельствуют о его неземном происхождении. Вы слышите? О его неземном. Христианство не случайно такой и же не во святых, и не отец наш Фридрих Энгельс сказал, христианство, возникнув, вступило в резкое противоречие со всеми окружающими его религиями. Поэтому основной тезис атеистической критики, который утверждает, что христианство возникло естественно из этого, знаете ли, бульона религий Средиземноморья, этой Римской империи, которая окружала, противоречит всем и христианским апологетам, и атеистическим апологетам. Я думаю, что все-таки Фридрих Энгельс достаточно большой авторитет. Не правда ли? Он заявил, и я до сих пор удивляюсь, как он мог это заявить, такую вещь, но он сказал объективную истину. То, о чем говорит христианство, оказывается, не знала ни одна религия. Это полный набор таких истин, которого не знала ни одна религия. И возникает вопрос, а откуда же этот Иисус, не учившийся, и эти апостолы, рыбаки, вдруг предложили такое количество истин, которого никто не знал. Никто не знал. Не было их, неизвестно. Вот историческая наука исследует. Нет, 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 нет. А они вдруг... Откуда же они взяли? Это что такое? Это что такое? Ответьте. Вот это объективные аргументы. Ни одна другая религия не имеет этого. Я не буду рассказывать случаев, которые имели место с представителем других религий, как это выглядело подчас комично, когда выходил апологет и начинал говорить, да. Потому что это было очень... Ну, это просто нехорошо, это неудобно. Христианство имеет, причем сильнейшие аргументы. Еще раз представьте себе, откуда они могли взять. Мы читаем. Читаем, откуда? Ниоткуда. Хорошо один, что-нибудь одно. Ну ладно, одно случайно так получилось. А когда целый набор, тогда откуда интересно? Ни одна другая мировая религия не имеет этого. Если бы хотя бы вот это только знали бы наши ученики, это бы дало уже какую-нибудь твердую почву для понимания того, да, христианство – это не просто одна из религий. Вот так. Все правильно вы сказали, что изучать вот все эти основы как можно раньше надо с детьми начинать. Ну, нет, когда дорастет. Ну да, ну во всяком случае, когда уже почувствуешь, что маленький человечек готов воспринять. Здесь совершенно правильно говорилось о том, что надо изучать в школе именно культуру религии, причем всех направлений. Но существует такой момент, вот просто работая с детьми в школе, я знаю, что дети, они как очень мягкие, восприимчивые, податливые, так они, в общем-то, бывают и жестокими, и завистливыми. И если часть детей, конечно, вот уже готова к восприятию, к изучению религий, к изучению культур, то другая – это совершенно противоположная часть. Она более агрессивная, неподготовленная. И если мы говорим о изучении именно как культуры религии, это все правильно, всех направлений. А если мы уже будем вводить какие-то определенные направления по изучению религии, то вот чтобы я, это я просто говорю от себя, вот мне, например, страшно, что мы разобьем детей на какие-то группы. Они и так готовы часть подраться, часть там,
посмеяться, потрунить. Не будет ли это возрождением вот этой вот группировок и агрессии? Вот это очень опасно. Это должны, значит, тогда быть очень хорошо подготовленные специалисты. И как-то мы должны их разводить в этом отношении. Дело в том, что это возможно при неправильном подходе к преподаванию. Вот в чем дело. Одно дело вот вам предложить. Видите? Вот одно мировоззрение. И оно имеет такие-то аргументы. Вот другое. Вот третье. Так? И совсем иной принцип, да, когда мы придем в школу и начнем говорить, что только мусульманство истина, все прочее – это ложь. Это все неверные. И их надо... Или православие только истина. То есть вот тут мы начнем разделять. То есть, оказывается, все те, которые будут меня слушать, эти православные, все истина, все прочие только ложь и заблуждение, и тогда возникает конфликтная ситуация. Тут все зависит от того, как преподать это. Можно вселить элемент фанатизма, да избавит Бог от этого. А можно предложить это как объективную картину, которую вы можете наблюдать, видеть и выбирать. Вот, все зависит от чего? От педагога. Принимаете работники академии, преподаватели, участие в подготовке наших учителей по этому вопросу? Насчет того, что вы говорите, преподаватели наши, да, когда у нас тут время от времени бывают такие сборы педагогов и, ну, проходят своего рода семинары, когда наши преподаватели здесь выступают. Вот здесь, в этом же зале, да, выступаем. Вот я неоднократно то же самое выступал здесь перед педагогами. Вот так же, вот зал почти полный, масса вопросов здесь. Ну что это? Ну что это? Приедут на несколько дней, причем читают по самым разным предметам. Вот. А суть, нужна-то суть, и это не так просто. Потом решение-то. Корабль огромный? Огромный. Команда большая? Большая. А руль один. Повернул руль, и все в порядке. Руль, какая-то несчастная дощечка сзади влочится, так? И весь огромнейший корабль несется на рифы.